Справа станция Звенигород, слева Веденская средняя общеобразовательная школа. Малое Московское кольцо – один из самых опасных участков этой дороги. Для безопасности пешеходов здесь оборудован надземный переход, но люди все равно нарушают правила. В течение 2014 года на территории 10-го батальона произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 маленьких участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести. Из них было 2 наезда на пешехода. Появление патрульных машин на опасном участке дороги заставляет пешеходов проявить сознательность. Полицейские были готовы к такому развитию и направились в общеобразовательное учреждение, чтобы рассказать юным участникам о безопасности на дороге. Четвероклашки ответили на все каверзные вопросы инспекторов правильно. Самым активным вручили специальные фликеры, которые светятся в условиях недостаточной видимости. Будем надеяться, что все фликеры, которые были розданы сегодня на уроке, будут использоваться школьниками при движении в школу, из школы по дороге. Ну и будут школьники будут заметнее в свете фар в темное время суток. Удивительно, но пока дорожные инспекторы разговаривали с детьми, пешеходы переходили дорогу исключительно по надземному переходу. За 2 часа рейда смельчаков-нарушителей оказалось всего 2. Такой показатель является результатом регулярной профилактической работы инспекторов дорожного движения. Рустам Агишев, Владимир Даньков, телекомпания «Одинцова».